Всем привет, дорогие друзья, с вами Николаев, и сегодня мы снова будем обозревать пиццерию. Мне в комментариях кто-то писал, что в этой пиццерии где-то под подарком есть дверь, ведущая во FNAF 3. И сейчас мы это проверим. Так, для начала нам нужно слезть и просто будем смотреть все подарки. Так, здесь подарки. Начнем с этого. Ничего нету. Ну и здесь тоже ничего нет. Вон там куча подарков. Ну, я буду с мелкого. Со сцены здесь вести начну. Че? Тут даже не под подарком дверь. Это куда? Все ясно. Ничего необычного. Факел поставлю на всякий случай. Ага. Ладно, я не буду вас сильно задерживать, поэтому вернусь, когда все здесь обыщу. Хотя здесь два только подарка. Раз. И здесь ничего нет. И я застрял. Но на этом точно ничего не будет. Ладно, когда я найду, то я скажу вам, где это было, под какой кучей подарков. Здесь я все осмотрела, теперь здесь. Ага, здесь может... Ладно, все-таки вернусь, когда все осмотрю. И здесь много мест, где есть... подарков, так что когда найду, я вам скажу, где, как и остальное. Ребята, я здесь кучу подарков убрала, и что это такое, господи, это что это, где это, как это, откуда? А это походу та дверь. Спасибо тебе, девочка или мальчик. Спасибо, в общем, тебе, если ты смотришь это видео, огромное спасибо за такую подсказку. Она даже немного выглядывала, если честно. Я первые несколько подарков сделала и сразу заметила ее. О, здесь, походу, сцена с этими должна быть. Господи, это, походу, та сломанная. Может, где-то здесь еще дверь какая-то? А? Сломанное, все такое поломанное, разломанное. Блин, а может где-то под картой еще есть нормальная эта штука? Ну, огромное спасибо за такую крутую подсказку. Она мне очень нравится. Очень крутая, интересная, красивая. Ну как? Да, красивая, нормальная. Ничего не работает. Ну это, понятно, это же сломанная пиццерия. Я так понимаю, здесь должны были быть. А, это вот эту вот дверь закрывать, точнее окно. О, да. А это дверь, чтобы закрывать. Все такое поломанное, блин. А, перепрыгиваем. Спасибо за подсказку. Поищу где-то еще, вылечу, посмотрю где-то. Ну, в общем, вы поняли, где эта карта находится. Запоминайте, где она находится. Может, тоже где-то сможете найти. Это что? Я профукала какую-то запись. Блин. Ладно. А как отсюда выбраться? Как выбраться? Выбраться. А, вот. Ну, в общем... Вы запомнили. Здесь. Блин, походу ночь уже началась. Сейчас, подождите. Поставлю день и вернусь. О, ю-ху! Звук, скорее всего, должен быть. Пам-пам. Ну, в общем, вы поняли.
Здесь комната охранника, вот туда, где есть это, куча коробок, раскапывайте, и здесь эта дверь. Сейчас я вот так вот поставлю, чтобы не забыть, что это за дверь. Ну, очень интересная подсказка, очень интересная пасхалка. Сейчас вылечу где-то, может, под картой, над картой, перед картой поищу. Фоксяныч, привет. Если кто не знал, Фокси мой любимый персонаж. Кстати. Хочу сделать обложку для этого видео. А вот все. Сейчас. Сейчас вылечу и посмотрю. Я поставлю на паузу. Где картина шла? Ладно, я поставлю сейчас на паузу и вылечу. Я посмотрю, может, где-то под картой будет что-то. Так, я вылетела. Я вылетела уже. Сейчас посмотрим где-то. Вот. О. Это сверху. Господи. Ё-моё, помилуйте. Это шо? Это... Ага, здесь все поломано. Все ясно. Где... Сейчас найду эту карту здесь. Господи, это что? Это... Ладно, сейчас все посмотрим. Здесь. Оп. Что-то. Извините, что я ломала. Ё-моё. Где? Это где я? Фоксяночка, ё. Это. Ё-моё, ты что такое? А, это вот это вот. Это, походу, сломанные аниматроники на сцене. И это же сломанная пиццерия. Блин, Фокси убрали. Так, все здесь поломанное, переставленное. Женский. Ой, здесь хотя бы не женский. Мужской. Не буду в мужской заходить. Там не гигиенично. Вот. Ладно, мы поняли, что под картой можно много чего найти. Так, поставлю, чтобы знать, что я здесь была. Это что? Наверное, что-то построить хотели. А, это лед. Ну ладно. Это, походу, эти уровни, которые типа с подарками все связаны. Это что? Это как? Это где? Это другое что-то. Да? Сейчас чихну. Сейчас вернусь. В общем, сейчас... Ребят, меня выбросило, но я сейчас нормально захожу обратно. И сейчас мы посмотрим, что это, где это, как это. Еще раз спасибо тебе, девочка. Или мальчик. Я не знаю, извини. Ну, спасибо тебе огромное. Прям спасибо, приспасибо. Сейчас загрузится. Я зайду в мир. Кошка пришла. Сейчас микрофон поправлю немного. О, все. Какой куды? Ты куда лезешь? Я сама себе, если что. Доходим. Сейчас все зайдем заново, потому что меня выбросило. Меня почему-то всегда выбрасывает, когда я выключаю плейбэк.
Да, я через планшет все это делаю. Дело делаю, все это. Ну, вы поняли. Ладно. Ужасы. Загрузка ресурсов. Нормас. И ё-моё. Это реально пиццерия. Это она уже, я так понимаю, не поломанная. Микрофон. Серьезно? Ладно. Подарок сама, ничего страшного. О. Извините. О, торт. Ам-нам-нам-нам-нам. Все торты закончились. Тартоежка. Это тортоежка. Это что? Вент. Скорее всего, это что-то там связано с этим.